Он автоматически закрыли, он автоматически включился. Если я хочу вас, чтобы вы посмотрели, что там происходит. Вот оно надувается, видите? Посмотрели на само мясо. Вот посмотрите. Заметили этот момент. Вы видите, как с него выходит воздух. То есть с него выходит воздух, поры расширяются. И этот маринад, который мы сейчас полили на масло, он, да, он лучше проникает. То есть маринуется. Послушайте, а есть же продаются это вот эти специальные вакуумные маринаторы, да? Ну, в принципе, ну, да. Это да, лучше, да? Ой, это так надо? Да. Это спускается на... Это последний, последний выдох снизу. Возьмите руками, не будет посмотреть. Да, можете сами ложить. Все очень просто. То есть, вот там шов, который запекся сверху. Ну, можно так и хранить. Да, при этом, да, не теоретически это можно храниться. Оно так и хранится, если именно из-за этой вакуумной машины можно не использовать заморозки. То есть я вот так подложу, да? Там нету воздуха, который нужен для развития бактерий. Да. Вы поджимаете и разравниваете вот эту воду. Чтобы она на вот этой... Чтобы не было сгиба. Да, все, закрываете. Все, все, все автоматически начало работать. То есть автомат вот такого плана удобен чем? Повар здесь принес себе, принес разнос с мясом и положил пакеты, да? В один пакет положил. Положил его сюда, закрыл, он вакуумируется, он берет второй. Да, есть, вот не надо вот стоять рукой держать. По нему пошли, видишь? А тогда тоже было. Да, я просто...